луковица, лилии, азиатский корсаж, корсаж могут пополнить коллекцию даже неопытного цветовода. Эта группа сортов неприхотлива, зимостойка, но обладает привлекательным и ярким цветением. Изящный цветок лилии состоит из узких, отогнутых назад лепестков, окрашенных в кремово-розовый оттенок, который становится ярче к кончикам. По всей поверхности бутона рассыпан бордовый краб, придающий цветку особое очарование. Высота лилии корсаж 80 см. Стволик прочный, покрыт узкой зеленой листвой. Цветки образуются на тонких цветоножках, изящно склоняясь вниз. Одновременно на растении раскрывается до 8 бутонов. Лилия азиатская корсаж – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Лилия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола лилия азиатская корсаж можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания лилии прекрасно подходит телепца А и открытый грунт. Расцветает лилия азиатская корсаж в месяц июль-июнь. Цветы имеют слабый аромат. Интересные цветы лилии могут быть до 10 см. Лист этого прекрасного растения по форме ланцетный. Обратите внимание, что лилия азиатская корсаж – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.